Всем привет, дорогие друзья! Это очередной выпуск программы «Красная книга бизнеса». Меня зовут Петелин Николай. Я оброс. Дело в том, что так получилось, что я проболел тут ковидом, потихоньку начинаю выползать. Поэтому 3 недели меня не было в эфире. И я очень рад, что этот первый эфир, он выходит у нас 1 декабря. И со мной будет гостья Ольга Зиновьева. Оль, ты вот как раз после перерыва считай, что начинается новый виток моей программы. Ольга Зиновьева, она CEO и фаундер в Elementary. Элементарно. Elementary. Оль, про что? Вот элементарно это про что? У меня здесь написано, что это конструктор здоровой и полезной еды. Твой сервис, во-первых, привет, извини, я давно не был в эфире, поэтому трындю, могу попросить, вообще просто трындеть. Как ты? Здравствуй. А, Николай, привет. Ну, во-первых, мне очень приятно, я очень рада, что тьфу-тьфу, я вижу, что ты хорошо восстанавливаешься, и все хорошо, мне кажется, что это главное. Мы со своим сервисом Спасибо. Помогаем клиентам нашим, прежде всего, готовить удобно и наслаждаться классным результатом в результате этой готовки. Что это значит? Это значит, что мы доставляем наборы нарезанных продуктов с рецептами, и дальше люди готовят дома блюда ресторанного качества, ну, за какие-то там 15 минут. То есть, еще раз, смотри, я, если честно, вот взял, пошел в магазин, ну, или сейчас в режиме там самоизоляции, пандемии, очень много появилось сервисов, которые тебе могут доставить продукты домой. Mm-hmm. Ну, их очень много сейчас, этих сервисов стало. А ты, получается, чем от них отличаешься? Вот, смотри, я доставляю тебе не просто продукты, я доставляю тебе набор уже нарезанных, подготовленных в точных пропорциях продуктов. Возьмем простой пример. Борщ. Что ты закажешь в любой доставке или в любом магазине? Ты закажешь свеколку, мясо, картошечку, и потом будешь... Которое все просто запечатано, да? Ну, или ты можешь заказать в агрегаторе совсем готовый борщик и просто его разогреть. У нас срединный путь. Когда заказываешь борщ в Elementary, мы привозим тебе нарезанную картошечку, уже готовый бульон, нарезанное мясо сырое, свекольный сок свежевыжатый, и ты из этого готовишь за 15 минут настоящий борщ со вкусом, как у мамы или бабушки. Угу. Короче, я очень люблю сельдь под шубы. И, соответственно, для того, чтобы ее приготовить, надо отварить, вот это мучиться все. Поэтому в некоторых, один, помню, Новый год, я пришел в магазин и закупил уже запаянную, но сваренную свеклу, картошечку. Угу. Осталось только просто нарезать. А ты делаешь примерно то же самое, да, получается? Ты экономишь время... Ты прям в точку, давай. Потому что селедка под шубой – один из наших хитовых салатов, а в нашем новогоднем меню это вообще прям один из бестселлеров. Почему? Конечно, потому что на ней очень понятно видно преимущество. То есть мы тебе уже привозим сделанную в сувиде свеклу, она уже сварена и постругана, или как это правильно сказать, в общем, grated. Ну, порезана. Свекла, окей, порезана. Хорошо. И, соответственно, селедка уже тоже нарезана, лучок нарезан, все нарезано. Майонез мы сделали сами, домашний, без всяких ей, всякой, в общем, вот этой дряни. И, соответственно, привезли тебе. Но при этом, что важно, все-таки это ты готовишь. И когда ты приготовил, у тебя в доме запах вот свежеприготовленной еды и ощущение, что это ты, ну, ты шеф-повар, да, ты хозяин своей кухни, ты все-таки своял вот это для семьи. А ты для кого? Ну, вот смотри, вот... Если сейчас смотреть, мы же говорим, что... Можете тебя назвать представителем фудтеха? Можно. Это IT-компания в первую очередь. IT, первую, конечно. Мы даже резиденты... IT-компания. Резиденты Сколково. Сколько? Да, но это не в этом важность, а важность в том, чтобы у тебя процесс технологически был построен. Есть определенные технологии, наверное, что-то связанное с искусственным интеллектом, Big Data и еще чем-то. Ну, смотри, на самом деле у нас есть две части технологии. Одна часть технологии, она связывает просто... Ну, де-факто это ERP, которую мы сделали сами, она объединяет все производственные процессы от заказа и до доставки и просто позволяет всем этим управлять, так. Потому что, на самом деле,
в таком сервисе, как наш, так как мы сами делаем продукт, а не просто доставляем что-то, то очень большое количество мест, где что-то может пойти не так, и поэтому автоматизация, она, конечно, очень сильно убирает риск-факторы. А второе место, где у нас есть IT, это наша система персонализации. Потому что когда мы вышли на рынок, мы поняли, что люди охотно пробуют, но дальше у них возникают какие-то свои личные предпочтения. Ну, там, не знаю, какая-то семья не любит острое, кто-то не ест свинину, кто-то там, не знаю, любит, наоборот, побольше мяса. Ну, в общем, у всех свое. И очень важно уметь соблюдать эти предпочтения. Поэтому мы сделали свою систему персонализации. В общем, ты можешь нам сказать в комментариях, что ты там не ешь что-то, сё-то, пятое, десятое. И мы сделаем меню, которое будет персонально учитывать именно эти предпочтения, сделано персонально для тебя. Возвращаясь к моему вопросу, я вот про что хотел тебя спросить. Для кого ты? Так как сейчас очень много появляются представителей, которые масштабируются, очень хорошо масштабируются. Но для меня пример хорошего вот как раз сервиса именно представителей фудтеха – это кухня на районе. Леша с Олегом замутили после Рокетбанка вот как раз эту историю. И, понимаешь, там я как клиент, вот я у них сидел там в коллайдере, и вообще в офисе сидел, мне главное пожрать. Ну, то есть я работаю, и мне быстро перекусить. То есть мне не надо готовить. Соответственно, вот я их стал клиентом. А вот кто твои тогда клиенты? То есть это получается, я вот устал от этой жрачки в течение рабочей недели, заказываю. И потом хочется что-то, допустим, в пятницу, субботу, воскресенье для души сделать. Соответственно, я твой клиент и заказываю у тебя наборы, из которых сам готовлю? Или ну, другой паттерн поведения клиента? Ну, конечно, такое, может быть, и работает, но это прям редкий сценарий. Конечно, абсолютное большинство наших клиентов – это женщины, которые готовят для семьи. Ну и вообще, так для справки, в среднем в большом городе женщина тратит чуть больше 10 часов на готовку в неделю, и в среднем готовят 5-6 ужинов, в зависимости от уровня дохода в семье, дом из недели. 5 ужинов, подожди, а 6-й куда девается? Подожди, 5 ужинов? Ну, как раз, может быть, что-то, либо вообще не готовится, то есть там кефирчик и все такое, либо заказывается, либо там, ну, какая-то полуфабрикатная еда там из того же супермаркета, ну, что-то такое. Вот, соответственно, понятно. Если мы возьмем по периодичности в рационе человека, опять же, мы берем прежде всего семьи, ну, или, по крайней мере, пары и семьи, то получается, что готовка – это доминирующий сценарий. Соответственно, дальше вопрос стоит в том, что как сделать так, чтобы те женщины, которые сейчас регулярно готовят, во-первых, узнали про то, что можно экономить, с одной стороны, свое время, с другой стороны, очень сильно повысить разнообразие, потому что по статистике семья в среднем готовит где-то до 15 блюд, и, ну, кажется, что, в общем, разнообразно, но на самом деле там с таким сервисом, как наш, можно есть там 300 блюд в год, а не вместо 15. То есть можно увеличить разнообразие. Давай. Оль, благодаря твоему сервису домохозяйки или кто готовит дома получают возможность приготовить что-то такое интересненькое. Ну, то есть это не вариант, когда вот они пошли, книжку купили какого-нибудь шеф-повара, и потом она валяется, и ничего не могут приготовить. То есть благодаря твоему сервису разнообразие блюд с 15 вырастает аж в 30-40 раз, которые готовят семьи, получается, благодаря тому набору, который ты предлагаешь. С одной стороны, вырастает разнообразие, с другой стороны, сокращается очень сильно время, потому что 80% времени где-то мы сокращаем с точки зрения готовки. И разнообразие увеличивается. Ну, ты знаешь, я думаю, что книжки, они нужны для своей цели. Опять же, когда у тебя есть выходной день, и ты хочешь приготовить какой-то супер-вау-праздник для семьи, то вполне можно сильно заморочиться и все это приготовить. Тут больше вопрос того, что если ты там активная женщина, то у тебя очень много вообще задач, там и с детьми, и с работой, и с мужем, и не знаю еще с чем, и все это надо как-то менеджить. И еще одна фулл-тайм работа в виде готовки, вроде как никто не нанимался. Да. Причем разнообразные готовки, да? Хорошо, я просто, когда ты говоришь про эти разнообразные рецепты, вспоминаю, когда родители раньше, знаешь, приходят друг к другу в гости. Ой, какой у тебя шикарный салатик, а есть рецептик, можете поделиться? У тебя есть, ну, я не знаю, такие же люди, которые начинают рецептами делиться, ой, там, пришли, попробовали, потому что приготовили из твоих продуктов. Знаешь, из последнего у тебя отзывы же пишут.
забавная тенденция – это зум-вечеринки, где готовят элементари, то есть ты с друзьями заказываешь одно и то же, и в назначенное время ты такой, ну что, лазанья? Лазанья. И, значит, готовишь что-то, выпиваешь, наверное, параллельно. А, в общем, ну, конечно. Такой наш последний тренд такой, на злобу дня. Это ты его запустил, этот тренд готовить? Ты знаешь... Или это сами клиенты, и ты просто вышел на это, что они втихушку как-то вот готовят своих продуктов? Ты знаешь, это абсолютно такая партизанская история. Нам просто несколько раз про это написали, потом я сама попробовала, реально прикольно, потому что когда у тебя несколько человек в разных частях там, Москвы, области, начинают готовить одно и то же, и там такие, ну что у тебя там, как у тебя там тесто, ой, хорошее, хорошее, или там, ой, ну у меня лучше, это очень смешно. Подожди, у тебя и тесто есть? То есть, да, ну, конечно, у нас все есть. Настаивать, которое надо? Ну, у нас настаивать максимум можно 15 минут, но наши пиццы очень хорошо продаются. Подожди, но когда мы говорим про фудтех, это вот, знаешь, это вот, ну, вот сделал какой-то шаблон, меняешь его, допустим, от недели к неделе. Блин, а как тебе удается поддерживать разнообразие блюд, кастомизированные еще под каждого, под каждый запрос? Это за счет чего? У тебя там, не знаю, толпа шеф-поваров сидит. Слушай, это на самом деле целая большая работа. Мы агрегируем огромное количество... Де-факто мы собираем вообще все, что бывает. Все ресторанные рецепты, которые выходят, все книжки, которые выходят. Мы ездим... Ну, сейчас меньше, конечно, ездим, но обычно еще мы ездили в другие города и собирали там все эти списки. Естественно, мы парсим весь интернет на предмет рецептов. Дальше у нас есть свои подходы с точки зрения того, что такое разнообразие, потому что вообще разнообразие, ну, на самом деле, если задуматься, это не такое тривиальное, во-первых, понятие, потому что все его будут воспринимать по-разному, а во-вторых, для того, чтобы поддерживать разнообразную, но при этом вписываться в какой-то определенный бюджет, ну, тебе нужно реально сильно там напрячься. Ну, собственно, вот эту всю работу мы берем на себя, и что интересно, на самом деле, по опросам, часто у женщин самую большую эмоциональную боль вызывает, на самом деле, даже не готовка, а именно вот это, блин, что опять приготовить, там, чем накормить моих любимых людей. Вот. Вот это мы помогаем тоже решить. Оля, а сколько у тебя пользователей в сервисе? Я не знаю, ты можешь сказать? Их количество, миллион людей еженедельно заказывают у меня наборы. Ну, я не знаю, сколько прошло людей и уникальных пользователей. Сколько у тебя? Слушай, теперь? Ну, у нас десятки тысяч пользователей в месяц. Мы сейчас работаем в Москве и Питере. Всего у нас попробовали уже больше 100 тысяч человек. 100 тысяч человек, Москва, Питер. А в Москве больше заказов, чем в Питере? В Питер давно пришло уже? Слушай, мы в Питер пришли совсем прям недавно. Недавно пришли в Питер, да. И вот мы сейчас наконец-то увеличили количество дней доставки с 1 до 3 в Питере. В Москве-то мы каждый день доставляем, а вот в Питере увеличили до 3. В общем, пока Питер для нас занимает небольшую долю, но мы очень надеемся, что в следующем году мы там тоже сможем предложить более хорошие условия и, соответственно, вырастем. Хорошо. Давай просто еще раз поговорим про сервис. Давай я сразу тебе скажу. Я готовился к нашему выпуску, я скачал приложение, сделал заказ, даже поговорил сегодня с твоей службой поддержки. Вот, поэтому вопросы от пользователя. Короче, вот смотри, я сегодня хотел сделать заказ, но дату он мне предлагает ближайшее воскресенье. То есть получается, что по Москве, да, но где-то, но ближе к центру живу, соответственно, если я захотел сделать набор, заказать его, то примерно с момента, ну, вот, заявки, выбора до первой доставки сколько? Вот 3 дня примерно, да, уходит на то, чтобы собрать набор? Обычно, да, обычно это через день. Объясню, почему. С точки зрения пользователя мы закрываем все-таки такую недельную закупку, то есть мы заменяем недельный поход в супермаркет. А с точки зрения производства мы пользуемся всеми преимуществами централизованного производства, то есть мы на этом получаем экономию от масштаба, но, собственно, поэтому можем предложить хорошие цены. Так. Так. А скажи, пожалуйста, у тебя вот этих центров, я не знаю, обработки заказов, формирования заказов, их по Москве очень много? Ну, для того, чтобы, допустим, я не знаю, один крупный?
Да-да. Ты не думала, знаешь, очень много маленьких вокальных сделать по районам, так чтобы доставку сократить, допустим, Слушай, с ну 3 дней пока до у одного? нас не столько денег, как у кухни на районе, но и в целом мы все-таки строим такой больше самостоятельный, независимый, соответственно, окупаемый проект, поэтому позволить себе выручку, равную убытку, мы что-то не можем. И поэтому изначально думаем об юнит-экономике и все-таки о том, как сделать эту штуку рабочей. И в еде одна из ключевых или там самая ключевая вещь, это, конечно, структура себестоимости. А структуру Да, себестоимости да. намного легче соблюдать, когда ты находишься в одном централизованном месте и получаешь от него все выгоды. А, понятно. То есть у тебя вопрос масштабирования возникает, когда отработанные процессы, есть инвестиции, когда можно будет масштабироваться, знаешь, как сходится дебет с кредитом, как... Короче, тебе единый центр дает наработать компетенцию для того, чтобы потом, если запланируешь, масштабироваться и делать несколько точек, Нет, смотри, мы чтобы этот наработанный опыт несколько... учесть, Нет, нет? смотри, бизнес мелкитов, он определяется как раз тем, какое покрытие у тебя может иметь одна централизованная фабрика, так работает не только в России, там, в любом мире, что в готовой еде, что в наборах для приготовления. Основная идея – это большая фабрика, которая просто делает очень много, и ты даже, вот, например, в Питер мы возим из Москвы или там в Нижний мы возим из Москвы, с Да. одной мотивацией того, что просто это сильно дешевле, чем открывать вокальные точки. А ты не смотрела Яндекс.Конф? Вот прошла конференция, и как раз рассказывали, показывали склады Яндекс.Лавки, как распределены зоны у них на Слушай, а хранение мы очень хорошо готовой знаем еды. Яндекс.Лавку, потому что мы сами Так. стоим в самокате, у нас можно купить в самокате. Соответственно, мы там тесно с ребятами сотрудничаем и хорошо знаем. А это у тебя, ну, недавно прошла вот эта коллаборация с ними? Ты же всегда говорил, что я вот самостоятельно на этом рынке, а тут, ну, вот сегодня, когда У нас такая действительно девчонка без поддержки, да? бизнес-коллаборация с самокатом, ну, в смысле, у нас как-то коммерческое партнерство, мы уже больше полгода работаем, ну, в общем-то, мы со своей стороны довольны, сейчас вот расширили меню, расширили географию, поэтому, да, рассчитываем на развитие сотрудничества. А самокат тебе дает, ну, вот как раз быстроту доставки необходимых продуктов для наполнения набора? Слушай, нет, самокат просто дает вообще другой сценарий потребления. То есть, если у нас на сайте это еженедельная закупка, то для импульсивного потребления того, что вот сейчас мне нужно на вечер приготовить Перекусить? именно там сегодняшний ужин, а не быть уверенным, что условно в любой момент я открою холодильник и найду там, что приготовить, для такой задачи самокат отлично подходит. Поэтому там у нас покупают не недельный запас, а вот именно там одно блюдо сейчас приготовить. То есть это другой А у тебя сценарий. доставка своя? В основном нет, в основном нет. Мы пользуемся услугами внешних сервисов. А скажи, пожалуйста, вот когда ты, ну, отвечаешь за, вот ты фаундер, если мы говорим про поддержку, я думаю, ну, ты сидишь сама, видишь обращение, ну, как тебе сообщают, как люди реагируют, количество негативных отзывов. Ты вообще, в принципе, насколько глубоко погружена в операционку? Давай про клиентский сервис, в первую очередь, спрошу. Слушай, по клиентскому сервису у нас очень такая разветвленная система сбора обратной связи. Мы собираем ее по всем видам, скажем так, того, что потенциально может пойти не так, начиная от того, что там не понравилось какое-то блюдо, заканчивая тем, что, например, не хочу долго ждать доставку, как, наверное, случилось в твоем случае. Это потом все структурируется и на еженедельной... Ну, я скорее смотрю на это на ежемесячной основе. На ежемесячной основе, Понятно. соответственно, есть репорт, на основании которого мы принимаем в том числе решение о том, какую приоритизацию, например, в IT-задачах можно сделать. Сама я сейчас очень не погружена в операционку, потому что я сейчас больше занимаюсь такими либо фандрейзинговыми вещами, мы недавно закрыли 5 миллионов раунд, либо более такими, ну, долгосрочными какими-то более стратегическими вещами. Но, слава богу, у нас настроены в операционке много таких показателей, которые видны на еженедельной основе, поэтому там в любой момент можно зайти и посмотреть. Понятно. Я просто
Смотри, у меня есть такое клиентское впечатление, когда скачиваю или вот название Elementor, или вот, допустим, этот желтый, вот этот шрифт, он вызывает определенные эмоции. Вот, и, соответственно, когда ты находишься в Какую? приложении, Интересно. заказываешь там как-то вот такую, ну, короче, такую дружественную, легкую, ну, и немножко такой хэппи, знаешь, ну, сразу же такое Время есть? ощущение полевых цветов. Ощущение полевых цветов, знаешь, вот такая какая-то свежесть, весенность, легкость. От Ага. бренда. Вот, когда я его вот как раз поставил, начал там делать заказы. Девочка позвонила из поддержки. Причем я всегда их ловлю, знаешь, на чем? Если мне, допустим, некогда, я прошу перезвонить через час. Она перезвонила через час. Это было очень хорошо. Она прям молодец. Прям через час перезвонила. Я думаю, поймаю и скажу сейчас. Но она молодец. Вот. Единственное, Спасибо. что когда... Смотри, Оль, я почему спрашиваю по поводу доставки. Ты вызвал у меня эмоцию. Мне нравится. Кайфово. А доставщик не твой. И, соответственно, есть ценности компании, допустим, да, вот какие-то вот ваши вот там миссия, ценности. А доставщик приходит или звонит, или хамит. Ну вот, когда ты отдаешь доставку, то есть фактически контакт меня как клиента живого с другим человеком, с конторой, которая не твоя и не твои, у тебя нет вот такого риска, что вот это ощущение от бренда, ощущение, ну, вот это эмоция. Именно последние мили может испортиться из-за того, что ты используешь, ну, другие партнерские сервисы. Или у вас там SLA прям так прописаны, что ты прям можешь им доверять. Слушай, ну, Из, ну, SLA, понятно, да, мой под вопрос? SLA, конечно, под SLA, честно говоря, мы много работали, мы перепробовали, мне кажется, порядка 20 компаний в доставке. Ух ты. А у нас есть очень четко прописана история про то, как отслеживается температурный режим, потому что это холодильники, и как отслеживается время, соответственно, опоздание, не опоздание. По статистике, с точки зрения обращения клиентов, мы не видим то, что доставка как-то либо вызывает негатив, либо негативно, скажем так, сказывается на там, дальнейшем взаимодействии сервиса. То есть я думаю, что доставка это достаточно такой отдельный большой бизнес, в который мы не хотели бы лезть, мы хотели бы Да. остаться на Угу. территории с едой и наборами. А какой партнер ты не скажешь, да? Если я Да, нет, спрошу, конечно, с кем скажу. ты Слушай, это работаешь? компания Мегаполис. А кто это? Они на самом деле небольшие ребята, то есть они тоже растут вот вместе с нами, потому что, как ни странно, холодильным каналам большие сервисы в B2C сегменте в основном не занимаются. То есть это такая получилась дыра, мне кажется, с точки зрения их предложения. Я думаю, что на самом деле в какой-то момент тот же Мегаполис кто-то купит из больших ребят, просто потому что уже там этот рынок, он достаточно вырос для того, чтобы начинать быть интересным. Заметил, да, тренд во время пандемии у нас крупные сделки начали случаться, началась прямо такая глобализация, появилось 2-3 крупных Озон, игрока, мне которые все кажется, прям скупают. вообще все должны порадоваться. Мне кажется, ребят молодцы. Да. У тебя нет такого, что кто-нибудь придет тебе и скажет, Толь, ну все, я тебя покупаю, будет продолжение. Будешь ли продаваться? Слушай, ну тут, мне кажется, есть разные Сценарии. сценарии. Почему? Потому что у меня в Captable, ну просто объясню, я же уже не единственный собственник, у меня есть инвесторы, да, у меня уже, в принципе, даже меньше, чем половина компании. Поэтому, там, независимо от того, какие у меня дальнейшие планы, я понимаю, что для инвесторов я должна обеспечить выход. Вот у нас недавно мой первый инвестор, это была очень смешная история, он американец, который выдал мне просто чеком деньги в свое время, он продал свои Ну, давай, акции Оль, Мазову. давай сразу расскажем эту, да, давай расскажем эту историю. Ага. Ты в Гаварде была, это MBA было, да, питчила, и, соответственно, когда запитчила, тебе прямо там выдали чек. Это, вот эта Прямо история, да? практически там выдали чек, но ты знаешь, для меня самый приятный момент был, вот случился в этом году, когда человек получил хороший возврат на эти деньги от там уже получается, ну, генерального директора Русагра, который выкупил его акции. Ну, соответственно, на этом примере я понимаю, что мне очень важно обеспечить инвесторам возврат. Соответственно, там потенциальный стратег или какие-то потенциальные, ну, или потенциальный выкуп, это прежде всего возможность для заработать для инвесторов. Да, понятно.
А у тебя было очень много маленьких инвесторов еще дополнительно, потом бизнес-ангелы, они уже Да. тоже все получили возврат своих инвестиций Слушай, сейчас, нет, то есть получается сейчас. пока вот как Это раз, все пока в процессе. пока, да, в процессе. Интересная история. Интересная история. А они тебе, вот если говорить про остальных инвесторов, они тебе для чего нужны были? Для того, чтобы развиваться, или они просто сами приходили и говорили: Оль, возьми деньги. Ну, у тебя прикольный проект, давай мы инвестируем. То есть дело как строилось? Ты сама их искала или они просто, ну, я просто по кухне на районе знаю, что был совершенно другой сценарий. Так, мы заходим. Ну, вот как-то так. У тебя как с инвесторами с этими происходит дело? Они тебя ищут или ты ищешь? Слушай, на самом деле на разных этапах было по-разному. Вообще в первый момент, когда я искала первых инвесторов здесь, в России, было очень сложно, мы их не нашли, поэтому мы в какой-то момент просто вышли на break-even и какое-то время развивались сами. Потом инвесторы сами стали предлагать деньги, и, соответственно, мы начали уже такой российский кэп-тейбл. Вот. Потом опять мы скорее искали инвесторов. Ну и вот у нас очень, очень долго у меня занял переход от такого бизнес-ангельского частного финансирования к такому институциональному большому финансированию. Не с точки зрения чека, а с точки зрения скорее организации, которые организация, инвесторы. Да? Угу, да. Структура. Угу. И там это было прям сложно и долго, но для меня это был такой челлендж, потому что процессы и принятие решения, оно прям совсем-совсем другое. Посидела? Слушай, ну, слава богу, нет. Мы вообще не с этими. Слава богу, нет. Просто... Но я точно многому научилась, потому что это был такой прям, мне кажется, трансформационный практический опыт. Но, знаешь, с другой стороны, исходя из твоего опыта работы, палец-то в рот тоже особо-то нельзя было положить. У тебя в McKinsey, да, ведь ты выходец из McKinsey, то есть, я так понимаю, школа да. у тебя и рука набита была. Ты долго проработал в McKinsey, там, чем занималась? Слушай, да в McKinsey, мне кажется, все занимаются одним и тем же. Советуют, рекомендуют и консультируют. Ну и грамотно поставленная речь с этими всякими умными словечками для того, чтобы это тебе, я так понимаю, помогло дальше при общении с крупными инвесторами. Не знаю, помогло ли это или наоборот. Ну, на самом деле, наверное, опыт McKinsey, он был полезен точно в том плане, что, ну, скажем так, вот это такая комьюнити инвесторов, ну, вот ребята из там professional services, тусовочка, оно все-таки, да? все-таки как-то я была где-то рядом, то есть, ну, нельзя сказать, понятно, что это были совсем какие-то непонятные мне люди, но скорее они были там знакомые. Слушай, а интересный такой вопрос у меня возник. То есть раньше, когда у меня спрашивали, там, а, Николай, ты MBA закончил или не закончил, я думал, да нахрена, я играющий тренер, я лучше буду чем-нибудь делать продукт для своих предпринимателей и буду лучше вот ближе к практике. А ты сейчас говоришь о том, что если нужно быть в тусовке правильно, то, в принципе, даже это не ради того, чтобы получить какие-то знания, а главное для того, чтобы создание своего нетворкинга или, допустим, участие в правильной тусовке, где потом можно найти инвестора потенциально. Ты вот про это сейчас говоришь, что пройти какой-нибудь там MBA, куда-нибудь поехать. Слушай, ну MBA это... найти. MBA это классная тема для тусовки, но, правда, я его использовала по-другому, потому что американские школы очень закрыты от внешнего рынка, то есть 99% нетворка, который был в Гарварде, он остался в Штатах. Поэтому использовать его здесь... ну, в меру невозможно. Но так-то в целом, конечно, MBA – это классная возможность либо поменять карьеру, ну, что в итоге я сделала, либо поменять географию, что многие делают, либо, ну, просто вообще найти, как-то поискать себя где-то в каком-то новом космосе. А что у тебя произошло? Ты вот была наемным сотрудником. Сотрудником где? В McKinsey? Да, в McKinsey. Там работала, потом... Поехала, получилось, и потом уволилась. Да. Да? И уволилась куда? Чем стала заниматься? Elementary. Просто уволилась? Да. Elementary, все, уже начала. Вот как раз этот чек, он как раз и стал первой ступенькой для создания этого сервиса. Это точно. 2013 год, правильно я помню? 14-й. Но в 13-м году у тебя идея появилась, да? В 14-м да, году, да, да, в 14-м мы запустились. Да, да. Прикольно. Смотри, 14-й год, 20-й год,
Блин, дофига времени прошло. Да, У тебя какие целая планы? жизнь. Да вообще, у тебя какие планы? Вот сейчас 20-й год для тебя больше вызовом является? Все поменялось в твоей жизни? Резко планы, которые ты строила дальше, допустим, на 3-4 года, 20-й год взял и тебе все перечеркнул. Как на тебя 20-й год вообще, в принципе, повлиял на план развития твоего сервиса? Слушай, ну, так как мы же все-таки онлайн, еда, доставка, вот эти все слова, то, конечно, 20-й год послужил там, дополнительным драйвером роста, безусловно, по крайней мере, краткосрочно точно. Все наши планы мы выполнили и перевыполнили. Планы на следующие годы также, на самом деле, с точки зрения стратегии, очень мало что поменялось. То есть практически никак, я бы сказала. Можно сказать, что 2020 год притащил тебе гораздо больше пользователей, то есть которые появились бы органически, допустим, еще через 2-3 года, но вот этот режим самоизоляции и возможность Слушай, это точно сказать было, точно было справедливо для весны. Так. Хотя, надо сказать, что, конечно, было больше возвращающихся, нежели новых. Сейчас мы видим, что очень большое количество бюджетов направляется в онлайн. И это ну, для нас скорее сигнал того, что увеличивается просто конкуренция за онлайн-каналы. Соответственно, в этой ситуации мы скорее выбираем позицию не такого агрессивного маркетинга, а скорее такого просчитанного маркетинга с предсказуемыми ценами за нового клиента и упора на повторные заказы. У тебя сколько человек, Оля, сейчас в команде? Слушай, у меня больше 100, ну, там, между 100 и 150. Те, кто, ну, непосредственно принимает участие в развитии сервиса, это без вот этих доставщиков, потому что это не твои уже сотрудники. Да, доставщики не наши. Ну, у нас там есть доставщики. А скажи, пожалуйста, вот смотри, когда жрачка, это же вот такая, ну, такая, сейчас как тебе сказать, подконтрольная история. То есть к тебе приходят всякие проверки, смотрят холодный цех, горячий, чтобы разделочная доска одна была, ножик был такой подписан. Вот этот ад у тебя есть весь? Вот просто, ну, чтобы люди понимали, что, о, нацевал набор, раз сделал доставку. На самом деле нифига подобного. У тебя же, ну, весь этот колхоз, связанный с надзором, с этими вот вещами, он у тебя присутствует? Слушай, безусловно, все, что связано с складами, с едой, оно регулируется. У нас есть, с одной стороны, своя система качества, с другой стороны, у нас есть инвестор Бондюэль, который международная FMCG-компания с очень хорошей репутацией, хорошим, классными технологиями такого международного уровня. Поэтому для нас они являются таким источником и экспертизы с точки зрения технологии, ну и своеобразным контролером того, что у нас все хорошо в этом плане. А как они принимают участие? Вот они как аудиторы внешние приходят? Или как это происходит? В том числе, да. Слушай, или они просто тебе выстраивают? У нас есть ряд синергий, скажем так, не знаю, синергиями, но ряд их команд, ресурсами которых мы де-факто пользуемся. В частности, это команда качества. И, соответственно, команда качества, да, напрямую взаимодействует с нашей командой и проводит аудиты, и, ну, просто разрабатывает совместные планы по тому, как мы дальше двигаемся, там, какие мы стандарты еще там хотим получить и так далее. Прикольно. Ну, а проверки бывают, как они называются, Роспотребнадзор или еще кто-нибудь приходит к тебе? Насколько? Слушай, ну, если вот честно, проверки больше бывают там с истории МВД, то есть там, мне кажется, у них регулярная история про то, что проверяют просто документы у этих граждан близлежащих республик, да, не Россия. Которые, конечно, у нас тоже задействованы. Ну вот скорее МВД намного чаще приходит. Понятно. А можно я тебя спрошу, у тебя ООО, ну не ИП же у тебя ООшка, ну вот с элементарием это ООО. Да, да. Тебе вообще, в принципе, вот я, ну, так как в банковской сфере пока еще работаю, ты в каком банке обслуживаешься? В каком банке? Слушай, у нас несколько, на самом деле, счетов открыто. Основные потоки идут через Альфу. Через Альфу? Угу. Кто выбирал? Бухгалтер или ты выбирал Альфу? Ой, нет, не я выбирала. Мне кажется, кто-то когда-то сравнил. Тебе вообще банки как-то помогают в твоей предпринимательской деятельности?
ну, там, Альфа, не знаю, или кто-то еще. Не знаю, там, вопросы, связанные с блокировками, там, я не знаю, ну, вот по финмониторингу. Налоги помогают читать, не знаю, какие-то условия хорошие. Что вообще, в принципе, в твоей жизни есть банк? Слушай, мне кажется, вот с Тиньковым у нас есть программа кэшбэка. В какие-то периоды она дает нам хорошее количество новых клиентов. Клиентов? Да, mm-hmm. да. А так вот, чтобы еще для нас банк делал, даже не знаю. Мне кажется, это не меня спрашивает. Ну ладно. Ну, это прикольно, что у тебя на столе, в принципе, нет понятия банка, и вот тебе не стоит геморрой, уже хорошо. А про поваров расскажи, пожалуйста. Вот, ну, если мы говорим про вот эти все наборы, ты хантишь откуда? Ты вот прямо, ну, из ресторанов забираешь шеф-поваров? Ну, я знаю, что просто есть люди, которые гоняются определенными людьми, чтобы вот они прямо у тебя работали? Нет, у нас чуть более сложно построенная команда. У нас есть бренд-шеф, и дальше есть продуктовая команда, которая, скажем, которая, то есть если бренд-шеф – это такая ассоциация креативности и какого-то такого именно творческого начала, то дальше есть много аналитики и много такого структурирования, которое идет от продуктовой команды, от продуктологов. Соответственно, в таком тандеме рождается все. Мы делаем внешние проекты с поварами. Это легко, и более того, мы их приветствуем, потому что, ну, там, для повара приятно, потому что это какой-то пиар, и для нас тоже полезно, потому что мы тем самым разнообразим еще больше меню. Про Новый год давай расскажем. У меня просто был в программе Александр Хасанов, это ресторан из банки. И вот недавно я наткнулся на его пост, что он прямо всю, весь год целую деревню арендовал и выращивал там гусей. И вот у него есть заказы гусей. Ой, были у нас гуси когда-то в какой-то год. Это было еще та история. Я у тебя увидел тоже, и у тебя есть новогоднее меню, утки всякие. Вот расскажи про это. То есть это же огромное количество где-то надо вырастить. Как ты с этим справляешься? Что с Новым годом у тебя вот с этим предложением? Или про гусей расскажи. Слушай, Новый год это, мне кажется, наиболее, с одной стороны, и любимый, и, с другой стороны, ненавидимый период в жизни нашей команды, потому что де-факто над стандартным стримом работы из каждую неделю и так обновляющегося меню тебе нужно внезапно собрать абсолютно новых, ну не абсолютно, но все равно частично новых поставщиков и частично новое все для того, чтобы сделать вот это такое вау новогоднее меню. Конечно, только один раз в году получается. Да. Конечно, у нас, я помню, всегда там в 20-х числах идут там продажи последних там гусей или последних уток, и все там поддержка, там, так, я забрала последнего гуся, так, я забрала последнюю утку, и там начинается эта история. Как-то у нас не хватило на всех пряничных домиков, но при этом как-то была ошибка в системе, и, короче говоря, получилось так, что, в общем, их продали больше, чем было. И это было, конечно, очень печально, потому что пряничные домики люди покупают, ну, такие семьи, понятно, с детьми собирать, и вот нам надо было выбрать, кому мы не повезем этот пряничный домик. И, в общем, это было... В общем, непросто выбрать, но кто-то взял на себя эту ответственность. Поэтому Новый год, в общем, очень остро стоит именно вопрос остатков, потому что ты не можешь, ну, как бы их некуда девать потом, они становятся тыквой. Если ты не продал, то они становятся тыквой. Ну, да. Поэтому, конечно, все стараются купить ровно так, чтобы хватило, но не осталось. Потом приводит иногда к таким ситуациям. Так, у нас с тобой 5 минут осталось. Я хотел, знаешь, что спросить. В любом случае, проект, это же айтишный проект. У тебя насколько сильно айтишная команда? Я не хочу вот эту историю, там у тебя был партнер, он за IT отвечал, ушел. Вообще, в принципе, вот если мы говорим про фудтех, основа же вот, ну, айтишная, и то есть у тебя прямо вот мозг какой-то из ребят должен быть, костяк какой-то, крутых айтишников, которые тебе помогают вот как раз поддерживать это все. Операционную историю, связанную с там, заказом, чтобы не попортилось, чтобы вовремя привезти, чтобы там приготовить, чтобы еще и
уникально для каждого сделать какой-то набор. Как у тебя крутые айтишники? Ты их нашла, откуда ты взяла? Ну, конечно, у нас есть прекрасная, на самом деле, небольшая, потому что, опять же, мы там, с нашими ресурсами можем позволить себе небольшую, но очень боевую и очень сфокусированную команду, которая очень методично, шаг за шагом делает клиентам лучше, я бы так это сказала. При этом, что нужно понимать, что, конечно, уровень IT в фудтехе с точки зрения именно задач, фудтех не может дать ребятам такие задачи, как там, не знаю, какие-нибудь AI или какие-нибудь machine learning стартапы, которые заточены именно на решение именно технологической задачи. Поэтому здесь все-таки нужно понимать, что фудтех — это с точки зрения IT все-таки крепкие, хорошие системы, но без каких-то прорывных решений. То есть здесь скорее, мне кажется, работают те люди, которые хотят именно такой качественный, солидный продукт, который вот для клиента понятный и стабильный, но не про, там, вот, знаешь, бывает, первые ряды и там авангард технологий, вот, наверное, фудтех — это не про это. У тебя есть вот прямо вот эта труба, где ты можешь взять, ну, я имею в виду труба в хорошем смысле это слово конвейер, когда ты видишь, что вот пришла, допустим, рыбка, ну, там, из метра, ты, она, короче говоря, вот разделилась на несколько кусков, вот она дошла, себестоимость была она там 600 рублей, потом вышла, и в результате она была продана за там 600 рублей. Я просто сам отслеживал один раз рыбку, которую из метра привезли и поставили на стол. Это было так удивительно и трогательно. И, соответственно, дальше как раз какое количество отходов, а как сократить отходы. Вот за это кто-то заморачивается же? Все. То есть ну, у тебя, конечно, ну, да. Но, правда, в метро мы, конечно, не покупаем, это больше потому что в метро очень история. Дорого. Ну, я утрирую, да. Вот, я не знаю, что это больше айтишная история или это технолог, который прорабатывает и видит по... Вообще, он смотрит на цифры, сколько остатков осталось и сколько, знаешь, выбросили, да, то, что испортилось. Или он просто, ну, как-то вот, потому что он такой профессионал, он, знаешь, надо закупить к такому-то числу столько. Нет, вот, смотри, вот, это вот, не вот, технология. Ну, я не знаю, конечно, может, у кого-то это технология, но у нас это скорее продуктовая задача, то есть это все решает, ну, точнее так, это все, у нас продуктовая организация с точки зрения продукта, поэтому у нас есть директор по продукту, под которым Прикольно. Дальше есть онлайн и офлайн части, и которые отвечают, с одной стороны, за себестоимость, с другой стороны, за то, что это тот продукт, который человек купит. Поэтому, безусловно, там Прикольно. Есть части про то, какую курицу нужно купить и где ее купить. Есть вся технология про то, что нужно сравнить миллион вариантов курицы и выбрать тот самый вариант курицы. Есть часть про то, сколько издержек переменных накладывает на то, что вот у нас условно в дверь приемка приняла тонну курицы, что с ней потом дальше происходит, сколько это на нее дальше накладывает рублей. И, соответственно, это также накладывает некоторые ограничения на то, какой ассортимент мы можем и не можем иметь, потому что, ну, соответственно, у тебя должна быть какая-то юнит-экономика, которая будет себя оправдывать. Мы стараемся, безусловно, находить какие-то ниши вот в этой цепочке так, чтобы была какая-то прикольная ценность для клиента. Ну, то есть, как мы говорим, типа, классно есть курицу каждый день, но при этом думать, что ты ешь лосось из ресторана. Вот Elementary — это примерно так. Прикольно. Хорошо, что ты сказала про это, потому что, когда сидишь на диете, на белковой, и курица каждый день, тебе она просто уже здесь. Соответственно, действительно, вот спасибо тебе за это ощущение, что ты ешь на самом деле не курицу. У нас осталась одна минута, у меня экспресс вопрос-ответ. А предприниматель это для тебя? Упорство. А, мой бизнес для меня? Жизнь. И если бы я не была предпринимателем, я бы... Я бы все равно была предпринимателем. Супер. Ребят, это был очередной выпуск программы «Красная книга бизнеса». Я очень рад, Толя, что ты была сегодня со мной после вот этого перерыва. Не знаю, насколько мне удалось выдержать этот выпуск после перерыва, но огромное тебе спасибо. Восстанавливайся, пожалуйста. Благодарю.
Восстанавливайся, да, и спасибо я тебе большое. Буду восстанавливаться, благодаря в том числе и вашему сердцу. Да, мы поможем. Важная спасибо еда, тебе. Еда это очень важно. Спасибо тебе большое. Спасибо, пока.